Жителей мегзавода принимает фактически новая современная поликлиника. Ее открыли после ремонта в апреле. Здание пустовало около 30 лет, в то время как медики ютились в полуподвальном помещении. Несколько лет назад выделили средства на капитальный ремонт, и началось преображение. Затронуло оно не только здание, но и территорию вокруг. Рядом появилась благоустроенная детская площадка, где малыши могут подождать свою очередь к специалисту или, например, отвлечься после прививки. Изменения стали возможны благодаря нацпроекту здравоохранения и губернаторскому проекту «Содействие». Каждый шаг по этой детской площадке согласовывался с жителями окрестных домов, с нами. То есть здесь вот в результате мы получили вот такое замечательное место, такое вот какое-то комплексное освоение территории. Хорошая площадка, деткам нравится. Если будем мимо ехать, обязательно зайдем. Помимо ремонта поликлиники и обустройства детской площадки, здесь также позаботились и о парковочных местах. Это нравится людям, это делает место проживания более комфортным, удобным и приятным для жителей. Поэтому это очень важная работа, и она делается в плановом порядке и приветствуется всеми проживающими в микрорайонах. При благоустройстве учитывались предложения жителей микрорайона. Напомним, преобразить свой двор может любой желающий. Для этого в Самаре действует сразу несколько программ. Помимо проекта «Содействие» есть программа формирования комфортной городской среды. В составе нацпроекта «Жилье и городская среда», а также городская программа «Конструктор двора». Подробнее можно узнать, обратившись в районную администрацию. Мария Левина, Николай Сидоров, «События».